наступлением лета более 95 парков и скверов нашего города готовы к посещению гостей. Уфимцы могут погулять с детьми, покататься на велосипедах и отдохнуть в тени деревьев. Но, к сожалению, в последнее время стали часто происходить акты вандализма. По непонятным причинам проявляются какие-то акты агрессии, и очень часто это происходит именно на имущество, так сказать, парка, там, на скамейке. Вот буквально 3 дня назад попытались укатить телегу нашу с цветами. В ту же ночь там поломали 3 скамейки. Я думаю, что, наверное, это одни и те же люди. За 2 суток наши потери составили сломанный душ на пляже, 3 скамейки, будки для переодевания, чугунные на пляже, которые стоят, вы видели, все цветные. Они оказываются в воде каждую ночь на глубине примерно 1 метр. То есть люди, которые качаются у нас в парке, качаются не зря, сил у них много. Вот, например, телега, она приварена в земле на 1 метр, на арматуру железную. Она тоже каждую ночь почти оторвается и передвигается. Что можно сделать, чтобы брусья выломать из скамейки? Установлена пчела, благоустроена, озеленена. Сейчас она используется в качестве мустанга, потому что в вечернее время на нее залазят позировать, так сказать, делать селфи, фотографироваться. В результате повреждается конструкция, которой прилагалось столько сил и средств. Я считаю, что такое поведение недостойно действительно жителей столицы республики. Машины приехали, это уже не лошади точно. Да. Видите? То есть никто иной, как автомобилист. Хотя здесь развернуться можно несколько раз. Вот на автомобилях развернулись. Причем, когда была не жара еще, так сказать, вот последствия. Заровняли, заделали. Тоже следы там, так сказать, от копыт. Вон. Большое видовое разнообразие цветочной рассады петунии, которая доставляется и выращивается не только в питомниках гор Зеленхозы, а также приводится из-за границы, из Польши, из Голландии, из питомников. Сейчас, в принципе, это уже идут массовые нападки с коммерческими целями. То есть происходит кража цветочной рассады, которая в дальнейшем, она же выкапывается, она с корневой системы реализуется. Если находятся люди на цветнике, совершающие какие-то действия с цветами, и на них нет вот спецодежды с эмблемами гор Зеленхоза или с эмблемами жилищно-коммунальных служб города, то стоит обращать самое непосредственное внимание и элементарно интересоваться, что вы здесь делаете и чем вы здесь занимаетесь. Хотелось, чтобы и где-то органы полиции больше оказывали внимание таким зонам отдыха. Очень много средств было вложено для наведения порядка, для благоустройства. Но то, что происходит с бытовым мусором, то, что бросают бутылки прямо туда, так сказать, и смотрят и слушают, как они колются, это, конечно, за гранью моего понимания.